Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткове. Доброе утро, здравствуйте. Александр Шунин, Олег Пеков в студии Радио Болтком. Начинаю с вами утро на Болткоме. Доброе утро. Пятница на дворе и солнечная погода. И, кстати, тепло. Если кто еще не выбрался из дома, знаете, тепло будет еще теплее. Хороший сегодня день обещает быть. Растаял практически снежочек. Ну, а в новостях вот я как-то пропустил, была ли новость или нет, но вот на Леди Гагу, не то чтобы на Леди Гагу, на собак Леди Гаги было совершено нападение. Вот есть такое понятие в английском «киднеппинг». Я думаю, что появился догнеппинг. У нее похитили, значит, двух собак из трех. Третья успела убежать, ее поймали и вернули владелице. В то время, когда сама Леди Гага была в Италии, специально обученный человек выгуливал ее собак, и причем все просто произошло. Он получил 4 огнестрела в грудь. То есть это Божечки. Лежит в больнице. Вот да, это там какие-то страсти, неизвестные мордасти. Выскочили. То есть это просто какой-то ужас, ужасы нашего городка. Ну, другие ужасы нам сообщают ученые. Они сообщают, что Гольфстрим ослаб и похолодел вот хуже всего за 1000 лет. И откуда это... им знать, что было 1000 лет с Гольфстримом? Ну вот они, я понимаю, что вопрос. Каким-то образом пытаются, ну, по, может, древним этим каким-то летописям, документам. Но это все говорит о том, что вместо глобального потепления нас ожидает малый ледниковый период. То есть вот такие новости. Но есть и хорошие со стороны науки. Например, ученые научились регенерировать зубы. И это революция, друзья мои, в стоматологии. Я еще застал те времена, когда лечить зубы было очень-очень больно. Детьми просто, когда нас загоняли в стоматологические кабинеты, это напоминало там какой-то гестапо, там раздавались вопли, крики пытуемых. А вот сейчас говорят, что не нужно будет сверлить зубки, все это будет происходить вот при помощи каких-то волшебных пилюлек, там, не знаю, лекарств, которые будут помогать регенерировать зубы. Ну, и в свою очередь Илон Маск сообщил, что удвоит скорость своего, значит, Старлинка, и скоро халявный этот интернет от Илона Маска придет и в наши, может быть, квартиры, что, кстати, для многих провайдеров станет неприятным сюрпризом. 300 мегабит в секунду обещает к концу года. Вот. Это я так вывалил все новости, которые на меня обрушились вечером, там, да, как-то да, почитал да, да, ленты. Да. Огромное спасибо, Олег. У меня как раз было время прийти в себя, глотнуть кофе, но я не сделал ни того, ни другого. А еще, кстати, припомнили, что у Екатерины Градовой, ну вот недавно ушедшей жизни, едва не случился роман с Вячеславом Тихоновым на съемках «17 мгновений весны», то есть вот радистка Кэт и Штирлиц, тот же, ну, он же Исаев, он же там и дальше там по списку, вот они испытывали нежнейшие чувства друг к другу, но вот как-то до, ну, решающего... До кафе «Элефанта» дело не дошло. Дошло. Только вот просто взгляды какие-то очень такое, ну, близкое общение, но тем не менее это можно, вот говоря, что Лёзного говорил, ну, рассказал, что это можно все наблюдать, вот если внимательно пересмотреть фильм, как они обмениваются, какими взглядами. Потому что актеры хорошие, потому что вжились в роль, потому что вот правда характеров. Ну и сегодня у нас на календаре 26 февраля, день, не ругайтесь на нас, если вдруг мы будем тормозить местами, потому что сегодня... Мы живем, соответственно, слогану «Не торопись и насладись моментом», лозунг этого дня, потому что сегодня Всемирный день неторопливости. Ну и любопытно, что сегодня на свет появились два очень достаточно известных писателя французских, Виктор Гюго и Мишель Уэльбек. Ему, кстати, сегодня исполняется 63 года. Вот гордость Франции. Левай Страус, опять-таки изобретатель джинсов знаменитый, которому мы по гроб обязаны этой прекрасной одеждой. И Джон Келлок, пропагандист здорового питания, хлопья которого многие уплетают за обе щеки. А также Джонни Кэш, знаменитейший, сегодня появился на свет. И наши поздравления, конечно, Реджепу Эрдогану, президенту Турции, тут буквально через дорогу от нас, по диагонали турецкое посольство. Так приветствуем вас с праздником. На кебаб хотели бы напроситься. Что-то как-то я упустил в нашем неторопливом эфире. А, правильно, про Келлога же вы сказали, да, коллега. Да, про Келлога я сказал. Да, вкусное и здоровое
пища. А еще сегодня, вот в 2004 году, Сейм Латвии одобрил закон, принял закон о вступлении Латвии в НАТО. Так что вот... Это тоже важно. А в 1917 году, несмотря что 17-й год у нас обычно ассоциируется, понятно, с чем ассоциируется у нас обычно 17-й год, была записана первая джазовая пластинка, и это совершил квинтет из Нью-Йорка, Original Dixieland Jazz Band. Радио Болтком транслирует джазовую музыку, а все благодаря кому? Квинтету из Нью-Йорка, Original Dixieland Jazz Band. Спасибо вам, ребята. А в 1878 году появился термин «микроб». Дело в том, что ученый, который открыл, вылетело у меня его имя из головы, но он обратился к филологу, к Эмилю Литре, с просьбой придумать слово, которое могло бы вот обозначить этот микроорганизм, и Литре, филолог по образованию, придумал вот это, изобрел слово «микроб», которым мы до сих пор пользуемся. Век учись, век живи. Наоборот, век живи, век учись. А в этот день, в 93-м году, была предпринята первая попытка взорвать Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. И это совершили эту попытку те же самые ребята из Аль-Каиды. Я, кстати, только вчера узнал о том, что была первая попытка. Не знаю, как вы. Я помню, что кто-то пытался из не Аль-Каиды взорвать. Он пытался оставить где-то в подземном гараже машину, начиненную взрывчаткой. Этого парня казнили на электрическом стуле. Вот, ну, тоже имя его в моих ячейке памяти не сохранилось, может, и к лучшему. Да и бог с ним, на самом деле. Ну что, мы, наверное, перейдем, может быть, к каким-то делам более приятным, тоже касающимся Латвии, поскольку в конце лета, вот, ну, несмотря на все ограничения ковидные, все-таки мы надеемся, что что-то произойдет, произойдут какие-то сдвиги, послабления, возможность организовывать культурные, массовые, может быть, не массовые мероприятия, но, тем не менее, запланирован на конец августа, на 20-21 августа в Цесисе 7-й фестиваль общения «Лампа». Ну вот о чем... Что является девизом фестиваля, вообще как сейчас вот строятся эти планы грандиозные наполеоновские проведения такого рода мероприятий, мы поговорим с координатором фестиваля «Лампа», с Ириной Кузнецовой, которая уже у нас на прямой связи. Здравствуйте, Ирина. Ирина, доброе утро. Доброе утро. Рада быть в эфире. Ну, что касается фестиваля, как вы уже сказали, единственное, что мы можем на данный момент, это надеяться и планировать. Действительно, мы планируем фестиваль провести 20-21 августа, это в конце лета, и очень надеемся, что ситуация эпидемиологическая позволит нам всем встретиться и провести уже личные беседы, а не только онлайн. И как, может быть, уже слушают или знают о нас, что фестиваль ежегодный, он проходит в Цесисе, и на этот раз мы придумали, что беседами и дискуссиями мы охватим весь город. Ну, то бишь у нас будет фестивальная площадка не в одном месте, как это было в былые годы, но это будет в различных местах. Это будут скверы, парки, улицы, площади. И, по-моему, мы планируем больше 25 локаций, так что... В общем, зашел в автобус, а там дискуссия происходит. Все как обычно. Вышел на остановке, там другая дискуссия. Да, но Цесис город небольшой все-таки, это, конечно, не Рига, не Даугавис, не другие крупные города, но будет довольно-таки другой концепт, конечно же, все мероприятия будут с прямой трансляцией, можно будет послушать и посмотреть в любой точке мира в Латвии, у нас будет концепция совместного просмотра, мы будем приглашать людей в малых, больших городах и селениях, собираться небольшими группами, если, конечно, это будет возможно, и тоже смотреть прямой эфир и трансляции с фестиваля и, соответственно, уже общаться между собой. Вот. И главная тема же фестиваля, у нас каждый год такая сверхтема, или главная тема – это уважение, потому что для... Ну, сам фестиваль – это именно об уважительном общении. Для нас очень важно, что когда мы общаемся, мы выслушиваем, мы не кричим на друг друга. А когда мы общаемся, это не превращается в борьбу. Борьбу мнений, где, в принципе, мы все будем проигравшими. Поэтому, когда человек теряет уважение к своему собеседнику во время разговора, это уже ни к чему нехорошему не приведет. Это, соответственно, человек уже не видит собеседники человека,
И, соответственно, это первый как бы шаг к такому, к ну, вербальному, может быть, даже насилию, нетерпению, а впоследствии это уже может быть перерасти в что-то большее. Поэтому для нас это очень важно, уважительное общение, что действительно, несмотря на наши различные взгляды, мнения, ценности, мы все-таки выслушиваем, и мы выслушиваем не агрессивно, мы действительно пытаемся понять наших собеседников. Поэтому в этом году главная тема фестиваля «Это не уважение» или «Уважение и достоинство», потому что если на латышском языке есть одно слово «ценя», то русский язык в данном смысле немножко побогаче, у нас есть уважение и достоинство. Ну вот, кстати, я хочу сказать, что в русском языке с вопроса «ты меня уважаешь» и начинаются многие дискуссии и общения. Вот как раз-таки это прекрасная традиция. Некоторые, правда, заканчиваются этим же вопросом. Ну да. Но а вот можно для тех, кто, скажем, в первый раз вот слышит там об этом фестивале, вот два слова сказать, с чего начался вот этот фестиваль, почему возникла вот необходимость так, в проведении вот именно такого рода фестиваля? И почему CESIS? Вообще все началось в 2015 году, идея родилась немножко спонтанно, хотя мы подсмотрели, нам подсказали наши партнеры из Дании, из Эстонии, похожие фестивали, но немножко другого формата, с другим уклоном, проходили уже и в скандинавских странах. Но мы его видоизменили, и мы поняли, что мы до этого, как фонд, как организаторы, мы организовывали различные дискуссии, мероприятия, но такого малого формата. Мы поняли, что было бы здорово ежегодно проводить именно такое, ну, как фестиваль, это действительно фестиваль, это не конференция, семинар, это лето, живое общение, природа, и уже дискутировать на такие насущные темы, не только о политике, экономике, но и о здоровье, образовании, экологии, по сути, ну, все, семья, отношения, все, что только возможно. И самое главное, что фестиваль это не организует кто-то один, одна организация, один человек, она организуется, фестиваль организуется совместными усилиями. И у нас обычно около 200 организаторов, соответственно, у каждого, действительно, у каждого, и общественной организации, и госуправления, и каждого, как говорится, жителя Латвии есть возможность подать заявку и организовать собственное мероприятие. Это уже, в принципе, с самого первого года фестиваля, действительно, мы его создаем вместе. Потому что все-таки лампа – это площадка для обсуждения именно то, что наболело, как говорится, у общества, латвийского общества, о котором действительно хотелось бы поговорить и обсудить вместе. Поэтому и сейчас, уже с 1 марта, мы начнем принимать заявки уже на следующий фестиваль, который пройдет летом, и будет полтора месяца, чтобы подать свою заявку, потому что у нас язык общения не только латышский, но и русский английский. Так что в этом плане у нас такое языковое многообразие. Да, мы беседуем с координатором фестиваля «Лампа» Ириной Кузнецовой. Ирина, а какими именно должны быть эти заявки, какие темы можно предлагать, какие востребованы, как сам процесс, в общем-то, построен? От идеи до подачи, до реализации. Что нужно? Спонсоры нужны, не спонсоры нужны? Ага, хорошо. Вообще все не так уж и сложно. Самое главное, что есть действительно тема и идея, о которой хотелось бы поговорить, потому что фестиваль предоставляет площадку именно как мы, сцены, шатры. Соответственно, мы позаботимся о всем техническом, так скажем, коммуникационном вопросах. Все, что действительно нужно, это идея. И у нас есть, так как фестиваль бесплатный, все могут посетить или послушать, то он как бы... Наша модель основывается именно на грантах, на спонсорской поддержке, ну и такие так называемые соплатежи, которые в основном платят или там, бизнес-организации, или госуправление, или другие. А для общественных организаций и таких активных граждан и жителей Латвии предоставляется возможность действительно подать заявку и организовать собственное мероприятие уже бесплатно совершенно и ну, мы на нашей, как сказать, инфраструктуре. А участие? Знаете? Участие бесплатное тоже? Ну, как действительно, самое главное, чтобы понять, что надо пройти конкурс. У нас всегда гораздо больше заявок, нежели мы можем подтвердить, потому что все-таки программа фестиваля, она такая не безграничная, мы стараемся все-таки, чтобы не было 500-600 мероприятий, чтобы как-то можно было охватить саму программу и не потеряться, хотя действительно их довольно много.
Поэтому все заявки, которые подаются, участвуются в конкурсе, и мы уже рассматриваем, соответственно, и возможность как и бесплатного участия, ну, так и участия именно с небольшим сопротивлением, который покрывает также часть расходов фестиваля. Поэтому не надо бояться, даже если у человека не было опыта в организации мероприятия, мы всегда поможем, у нас есть руководитель по такой небольшой мы опубликовали о том, как организовать мероприятие. Мы всегда готовы и поговорить, и побеседовать, и проконсультировать. Поэтому, если есть идеи, если есть желание действительно пообщаться, пригласить интересных людей, с которыми хотелось бы вести диалог, потому что очень важно, чтобы на дискуссии или на мероприятии, или любом другом, это может быть какая-то познавательная мастерская, или лекция, или может быть мини-театральное представление, это, в принципе, может быть все что угодно, но было бы интересно, когда звучит именно многообразие мнения, потому что в лампе мы не говорим как бы в монологе, мы стараемся выстраивать диалог. Ирина, такой еще вопрос. Предлагая тему, ну, скажем, в чем смысл прихода бодхисаттвы с юга? Желающий должен подавать только заявку или уже примерный список спикеров? Или Нет. с поиском спикеров, экспертов вы тоже ему поможете? Нет. Что нужно на данный момент, действительно описать тему. Описать тему, и, например, я очень хочу поговорить именно о микробиоме. Что такое микробиом? Многообразие наших бактерий в нашем кишечнике. Ну, я просто так вспомнила. Если я хочу об этом поговорить, именно почему важно изучать именно микробиомы, соответственно, я напишу заявку, примерно опишу, что будет происходить. Не нужно на данный момент ни спикера. Спикеры, конечно, поменяются со временем, может быть, даже. Это уже так называемый следующий шаг, второй или третий, когда уже в конце апреля мы подтвердим участие. Это очень-очень важно. Полтора месяца мы ждем заявки, потом мы рассматриваем, и где-то уже в конце апреля, в начале мая, до 10 мая уже точно, мы проинформируем. А темы действительно много могут быть разнообразные, и разнообразные форматы, чем креативнее, Ирине, вот как раз я хотел по поводу тем спросить, а если эти темы могут быть провокационными, насколько действительно далеко могут заходить, вот, например, отношение к беженцам очень неоднозначное, и это легко скатиться в такую ксенофобию, отношение к ЛГБТ-сообществу, опять-таки, очень такая, ну, деликатная тема, которая может затронуть людей. Вот, ну, одобряете ли вы какие-то темы, которые могут вызвать уж очень бурную дискуссию при всем там уважении друг к другу, но могут занять непримиримые позиции, например, традиционная семья, там, или феминизм. Ну, это вот child free, например. Это что такое? Кто-то скажет, что это психическое отклонение там, от предназначения женщины. Кто-то скажет, что это ну, абсолютно нормальный выбор человека. То есть вот такое. На лампе нет тем, которые являются табу совершенно, и за исключением, конечно же, на лампе мы никогда дискриминируем. Лампа – это не место, где действительно говорить с позиции ненависти, так называемый hate speech. Лампа – нет такой абсолютной нетолерантности. Но это очень важно понимать, что это не означает, что на темы, которые разделяют многих, как вы говорили, беженцы или ЛГБТ, мы не можем действительно общаться на эту тему. Поэтому возвращусь к нашей главной теме фестиваля – это уважение. Уважение не подразумевает границ, уважение подразумевает правила. И правила общения, которые мы на фестивале уже с первого года мы их разработали, действительно, может быть, различные мнения, но очень важно выслушивать, давать высказаться и уважать своего собеседника, уважать свою аудиторию. Несмотря на то, что могут быть различные мнения, это не должно перерастать в крик, в полемику, в обвинение, в такую очень ярую дискриминацию, или, может, в нашем случае расизм, конечно, нет. Поэтому у нас правила общения присутствуют, и мы не боимся самых провокативных тем. Они, конечно, на фестивале общения уже были, и даже с первого года организации.
фестивале, это было в 2015 году. Поэтому заявляйте, общайтесь, поэтому мы должны общаться на любые темы, иначе, если мы не будем об этом говорить публично, если мы будем как-то какие-то темы избегать, то это непременно, эти общения будут производиться в собственных, так называемых, пузырях, на кухне, в соцсетях, мы будем обмениваться аргументами, и я думаю, но это как бы не приведет к ничему хорошему, как бы такой взрыв, может быть, негодование, довольство, какая-то поляризация в обществе, когда ты видишь собеседника, даже если ты не разливаешь его взгляд, действительно такой контакт личностный, беседа происходит уже немножко по-другому. Ты уже не готов как бы с аргументами накинуться, может быть, даже уничтожить собеседника, потому что действительно беседа — это не борьба. Беседа — это путь к пониманию, как бы мы пытаемся понять правду, мы пытаемся понять других людей, общение с эмпатией. Конечно, это не всегда сложно, поэтому всегда надо так как бы тренировать свое уважительное общение, тренировать свой как бы не то что слух, а возможность услышать, потому что очень часто мы действительно даже не стараемся услышать, не стараемся понять. Это сложно, но это нужно, что действительно мы жили как-то все-таки более в понимании, более таком мирном сообществе, можно даже так сказать. Прекрасные слова. Предлагаю ими и завершить. Огромное спасибо, Ирина Кузнецова была с нами, координатор фестиваля общения «Лампа». Неторопливо, напоминаю, да, сегодня Всемирный день неторопливости. Можно подавать заявки, начиная с понедельника, 1 марта, в течение полутора месяцев. Оргкомитет рассмотрит их, и, возможно, ваша тема как раз выстрелит на этом фестивале. А как заявила Ирина, будет около 20 площадок по всему городу Цесиса. Именно в Цесисе в августе планируется провести очередной фестиваль «Лампа». И любые, практически мы понимаем, любые возможности есть у наших слушателей, любые темы брать. Да, у «Лампы» нет табу, опять же, цитируя Ирину, и помогут со всем, и с организацией, и с технической частью, и со спонсорами, и со спикерами. В общем, дерзайте. Главное, чтобы фестиваль состоялся, учитывая эпидемиологическую ситуацию, как и в предыдущие годы, открыто, без ограничений. Мы сейчас сделаем маленькую паузу, наверное, техническую, пока будем выводить нашего следующего спикера в эфир. Вы слушаете «Радио Болтком».